здесь бдительные стражники. Гипнос больше не управляет тобой. Элизи ждет тебя. Это ты. Где мой Ферон? Я снял с него чары Персефоны. Он примкнул к мятежникам Адониса. Чудесно. Не знала, что это возможно. Что с другими крестьянами? Они уже добрались до руины Апета. Ты найдешь их там. Я присоединюсь к мятежникам. Какие идеи мне лучше распространять?
Пусть люди знают, что Адонис приведет их к свободе. Только он беспокоится о них, не Персефона. Так и сделаю. Спасибо за помощь. Златоустая согласилась помочь мятежникам. Она привлечет добровольцев. Ха, Адонис будет рад. Мы должны лишить Персефону власти, вот что важно. Так что не думай о чувствах этого человека. И о своих чувствах к нему. Адонис мой друг, не более. Пусть так и остается. Тебе-то что? Отношения смертных с богами никогда не приводят ни к чему хорошему. Не надо. Лучше сосредоточься на задании. Итак, женщина страдает от ужасной хвори. Она согласится помочь мятежникам, если поправится. Но Персефона давным-давно запретила воду, которая может помочь в таких случаях. И уничтожила ее. Дай угадаю. Не всю? По слухам, кто-то спрятал сосуд с остатками воды в пещере у тропы Гипноса. Найди воду и отнеси больной. Почему она запретила воду? Ее жажда власти давно победила здравый смысл. Люди Элизия должны получить помощь, в которой нуждаются. Что мучит эту женщину? Худший недуг, что может поразить смертного в Элизии. Ее сердце навеки разбито. Она влюблена. Ты ничего не знаешь о скорби в мире мертвых. Здесь она причиняет людям гораздо больше боли, чем на земле. Я вернусь, когда отнесу ей воду. Помни, вода запрещена. Действуй незаметно. Женщину найдешь на вилле в садах Адониса.
Надеюсь, меня еще не заметили. Ты вошел в пещеру. Должно быть, ты нашел остатки воды Леты. Верно. О, сжалься. Позволь мне сделать глоток. Я потерял жену в Тартаре и до сих пор слышу ее крики. Пусть они утихнут. Ну, я не против. Но лишь глоток. Вода нужна еще кое-кому. Я... Кто ты? А, забудь. Думаю, это не важно. Отнесу человеку Гекаты.
если заметят, мне не сдобровать. Вроде я на месте. Это тебя прислала Геката. Вода Леты у тебя? Да, но что в ней такого особенного? При мне человек забылся, сделав один глоток. Смертные пьют воду Леты, чтобы забыть о прошлом и начать все сначала в мире живых. Но Персефона не позволит нам покинуть Элизи, пока она сама в ловушке. Я потеряла друга. Прошлое не вернуть, но можно забыть боль. Ну же, дай мне воду. Нет, никто не должен пить эту воду. Глупец! Теперь я обречена жить без милого Ферона вечно. Я так надеялась. Ферон? Сын Златоустой? Персефона больше не властна над ним. Он в руинах Эпиата. Что? Как? Я... Если это правда, мне нужно увидеть его. О, милый Ферон. Ты пренебрег моим поручением. И что же это было за поручение? Персефона, до меня дошли слухи, что в Элизии снова появилась вода Леты. Не надейся, что твое красноречие спасет тебя. Ты единственная знаешь, что значит для меня вода Леты. Извини. Людям трудно осознать, что случится, если они выпьют воду Леты. Ты преуспел там, где не смогла я. Персефона, я просто хотела... Впредь я буду пристальней наблюдать за тобой, подруга. Ты не стремилась помочь Адонису. Испив воды, та женщина стала бесполезна. Ты знала, что так будет. Эта женщина обещала помочь. Это не ложь. Что до моих мотивов, я сразу сказала, они тебя не касаются. Но если смертные так отчаянно хотят забыть о прошлом, Персефона не должна принимать это решение за них. Я видел, что эта вода не доводит до добра. Меня не интересует твое мнение. Мне нужно побыть одной. Подальше от твоей болтовни.
Твое время вышло. Что дальше? Ты не сдаешься. Славно. Чтобы ослабить власть Персефоны, тебе нужно посетить еще одно место и выполнить еще одно поручение. Ее преданные почитатели собираются на вилле у объятий Персефоны. Самые отвратительные люди в Элизии, исполняющие все ее прихоти. Они одурманены? Я бы сказала, что они одержимы. А, не одурманены. Но ты ошибаешься, если думаешь, что сможешь спасти этих людей. Ее власть над ними слишком сильна. Прежде ты помогала людям, а не вредила. Я помогаю тем, кто помогает нам, и мешаю тем, кто мешает нам. Неужели это так сложно? Как расправиться с почитателями Персефоны? Я предлагаю отравить вино. К несчастью, рыскающий поблизости волк съел остатки моего аконита. Нужно убить его и извлечь яд из печени. Проникнуть на симпосиум будет не очень трудно. Но когда попадешь туда, постарайся не выделяться из толпы одержимых Персефоной. Я достану яд и проникну на симпосий. Не волнуйся. После того, как они начнут пить, у тебя будет время сбежать. Удачи. Вот и яд. Пришло время отправляться на симпосий. Очередной.
новенький. Впервые на симпосии почитателей Персефоны? Да. Не переживай так. Пообщайся с гостями, а потом мы выпьем за вновь прибывших. О, если ты растерялся, обсуди с остальными, кто больше подходит Персефоне, Гермес или Адонис. Это займет целый день. Незнакомец, как думаешь, кто подходит Персефоне? Бог или человек? Адонис. Он любимец Персефоны. Прежде я бы согласился с тобой, но всем известно, что в последнее время Адонис стал якшаться с людьми. Она достойна лучшего. Τι συνέβη μόλις? Κάραν μου απολέσω. Адонис вновь разбил Филоку, пытаясь покинуть Элизию. И Персефона ударил ему в землю. Разреши наш спор. Мы узнали, что Персефона расширяет свой дворец. Ей стоит двигаться на запад или на восток? Думаю, на запад. Спасибо. На западе она сможет любоваться минойской архитектурой. Слышала, что Персефона не пригласила Аида на свой грядущий божественный сын. Слухи старые, но как ты думаешь, правда, что Геката хочет занять место Персефоны? Они хорошие друзья. Знаешь, я полностью согласна. Персефона нуждается в таком союзнике, как Геката. Я готов выпить. Знаешь, все восхищены твоим умением поддержать разговор. Ты столько знаешь о Персефоне? Идеальный кандидат. Они не такие коварные, как описывала Геката. Давайте выпьем за наших новых друзей!
Нет, вино... Я... В общем, оно отравлено. А мы так тепло тебя встретили. Ты нам не друг. Стража! Победа моя! Пусть Геката все объяснит. Симпозий прошел не так, как ожидалось. Кажется, меня обвели вокруг пальца. Скажи, если что-то понадобится. Ты в стане мятежников. Эти руины покинули, когда Персефона создала свой чудесный мир. Здесь нас не потревожат. Но вас слишком мало. Теперь у меня есть боевой конь. Неуязвимый боевой конь. Ну, так мне сказали. Не знаю, какой прок от одного коня. Большая часть войска Персефоны — одурманенные люди. Освободи их разум, приведи сюда. Пусть сражаются за нас. Их разум? Мой друг Гермес — искусный манипулятор. Похоже, твой жезл — одно из его творений. Используй его. К юго-западу отсюда есть застава. Она находится в руке Аида. Воинов видели на ладони руки.
Надеюсь, меня никто не заметит. Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Восстань! Теперь ты свободный человек! Я удивлен. Прежде я был уверен, что тебя прислала Персефона. Зачем? Соблазнить меня. Запутать, заставить забыть мою любовь. Но я попросил ослабить власть Персефоны, и ты сделал это. Попросил привести воинов, ты привел. Всего лишь пришлось рискнуть жизнью, чтобы ты поверил мне. В Элизии все носят маски. И когда умелый воин внезапно решает помочь мне сбежать, разумеется, я вижу в этом подвох. Нужно найти больше воинов. Мои лазутчики как раз видели неподалеку героя-спартанца. Он нелюдим, но и Персефона не смогла поработить его. Если он примкнет к нам, победа неизбежна. Как я его узнаю? Поверь, это будет несложно. Thank you.
Нужно действовать осторожно. Тебе пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Найду укрытие. Тебе пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Чары Персефоны развеялись. Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Теперь ты свободный человек!
Чары Персефоны развеялись! Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Встань! Теперь ты свободный человек! Поищу укрытие. Тебе пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Чары Персефоны развеялись! Пламя Гипноса угасает!
Он больше не властен над тобой! Тебе пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Я тебя прикончу! Встань! Теперь ты свободный человек! Гипноз больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Встань! Теперь ты свободный человек! Ugh.
Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Гипноз больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Чары Персефоны развеялись. Thank you.
Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Тут кто-то есть? Зря я беспокоился. Восстань! Теперь ты свободный человек! Гипноз больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Чары Персефоны развеялись! Ну что, поехали. Не стоит здесь оставаться.
Леонид? У тебя глаза, как у моей дочери. Хоть что-то уцелело в тот день. Откуда оно у тебя? Мне дала его моя мать, Мирин. Я хочу попросить о помощи на поле битвы. Я обрел покой. Зачем мне битвы? Всю жизнь мне рассказывали о дедушке. О царе, который плюнул в лицо богам и пронзал копьем всех, кто угрожал свободе его народа. А теперь за свободу сражаюсь я и прошу его о помощи. Используем преимущество местности. Так ты поможешь? Сперва сразись со мной. Ты сын Мирин. Покажи, чему она тебя научила. Жаль, тебя не было при Фермопилах. Да, при Фермопилах вообще было мало людей. Я рад, что копье у тебя. И я помогу тебе. Даю слово спартанца. Спасибо тебе, дед. Huh?
Вот и ты. Как там Леонид? Люди воодушевлены им. Лазутчики сообщают, что влияние Персефоны слабеет. Ты успешно погружаешь Элизий в хаос. Я обо всем позабочусь. Знаешь, с тобой даже Элизий перестает казаться мне таким уж ужасным. Элизий прекрасен. Вот только ты влюблен в Афродиту и пытаешься свергнуть царицу. А остальные его жители — мертвецы.